А то, что прозвучит сейчас, больше относится к классике, к жанру японской музыки, медитативной музыки хонкёку. Это, собственно, вот те пьесы, которые исполняли странствующие дзенские монахи Кумусо. Пьеса называется... Здрасте. Пьеса называется «Тамуке», что в переводе с японского обозначает «руки, сложенные в молитве». Это очень известная композиция, известная пьеса, много кто ее исполняет. Как правило, эту композицию исполняют в память о тех, кого с нами нет. Часто вот на всяких скорбных мероприятиях звучит эта пьеса, которая предназначена для того, чтобы вспомнить этих людей. Итак, Тамуке Коичи Сай.